Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу конференцию, конференционный день, посвященный гепатиту Е. Начинаем сессию, посвященную эпидемиологии гепатита Е. Нас ждет большое количество очень интересных докладов, поэтому я призываю всех наших слушателей и зрителей задавать в чате вопросы, поскольку есть возможность задать их напрямую непосредственно участникам исследований, которые будут представлять эти данные. И для меня большая честь и удовольствие предоставить слово Михаилу Ивановичу Михайлову с докладом «Гепатит Е в Российской Федерации». Михаил Иванович, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Карен Каренович. Я нахожусь в немножко затруднительном положении, потому что многие слайды, которые я собирался показать, уже были показаны. Информация, о которой я хотел рассказать, рассказана. И еще один момент. Дело все в том, что, конечно, те результаты, которые я представляю, они получены не лично мной, а получены при моем участии, нашей группы, за которую я очень благодарен. Потом я о ней скажу несколько слов. И, конечно, так сказать, вам придется посмотреть еще несколько раз те материалы, которые увидели. Ну, конечно же, говоря о гепатите Е, мы не можем, я не могу не вспомнить Михаила Турановича Балаяна. Мне повезло, я работал вместе с ним, мы вместе с ним писали монографии. Я прекрасно помню те дни, когда он себя заражал гепатитом Е, и уже Александр Григорьевич показывал вот эту вот картинку, и были еще показаны картинки, которые рисовал Михаил Суренович. Я помню, когда я его навещал в больнице, он был, когда у него появилась желтуха, очень возбужден, и тогда стало ясно, что это действительно большое событие. Но насколько это важное событие, насколько у него будут такие последствия, нам было всем не ясно. И, конечно, прогресс в исследованиях, который, так сказать, состоялся, он нам позволил и определить генетические разнообразия вирусов, и показал наличие, по крайней мере, 8 известных генотипов, различные животные, доказать, что это антропонозная инфекция, зооантропоноз. И, конечно, так сказать, еще раз напомнить, что мы имеем дело практически с двумя различными вирусными инфекциями. Это инфекция гепатит Е, которая вызывается первым, вторым гепатитом, и гепатит Е, который вызывается третьим, четвертым гепатитом. Этот слайд уже тоже показывали, он представлен во многих был докладах, и здесь очень важно, что третий, четвертый генотип, он распространен на нашей территории, об этом мы будем говорить с вами позже. Конечно, нельзя не сказать, что наша страна является одной из немногих стран, где, начиная уже с 2013 года, была начата официальная регистрация гепатита Е. И как мы с вами видим, на протяжении последних 7 лет, за исключением 2020 года, постепенно количество случаев гепатита Е, зарегистрированных, острых желтушных форм, которые попадают в стационар, зарегистрированы. Мы видим, что если в 2013 году таких было 92 случая, то в 2019 году их было 128. Правда, в 2020 количество заболевших снизилось, так же, как и, видимо, в 2021 тоже снизится количество заболевших, будет меньше, но тем не менее это, конечно, связано с коронавирусной инфекцией, с уменьшением интенсивности, и во многом вот эти показатели зависят от использования тестов для диагностики гепатитом Е. Если мы посмотрим, в каких же регионах и федеральных округах выявлялся гепатит Е, то в основном он выявлялся в Центральном федеральном округе, в Северо-Западном и Павловском федеральном округе, где наиболее хорошо поставлена работа по диагностике гепатита Е и где научные сотрудники в том числе занимаются исследованием этого гепатита. Но если мы с вами рассмотрим долю острых случаев гепатита Е в общей структуре заболеваемости вирусными гепатитами, то мы видим, что она неуклонно повышается, начиная с 2016 года. Вот посмотрите, если в 2016 это было всего 1,2%, то в 2019 уже было 2,7%. И надо сказать, что вероятнее всего количество случаев гепатита Е будет постепенно увеличиваться, и, несомненно, оно, так сказать, будет расти с улучшением диагностики. Я всегда ставлю в пример
Республику Беларусь, где занимается гепатитом Е под руководством Сергея Владимировича Жаворонка, проводятся исследования, регулярные исследования, и там даже больше сейчас выявляется больных, чем во многих регионах Российской Федерации, хотя, конечно, в численном составе населения нельзя сравнить. И вот когда стали изучать, диагностировать заболеваемость гепатитом Е, то возник так определенный нами как такая позиция, как парадокс Михаила Суреновича Балаяна, который заключался в следующем. Маленькая регистрация по сравнению с азиатскими странами, африканскими странами, маленькая регистрация случаев острого гепатита Е и в то же время высокий уровень выявления антител гепатиту Е. Этот слайд только что показывала Елена Юрьевна Малинникова, Белгородская область, где в 2011 году наша группа была приглашена сотрудниками Белгородской области и, в частности, губернатором области для расшифровки резкого повышения случаев гепатита Е в этом регионе. Уже Елена Юрьевна говорила, что это в основном свиноводческий, так сказать, наш регион, это центр свиноводства, где поднялась заболеваемость гепатитом Е, потом она сейчас постепенно осталась, но остается на достаточно высоком уровне. И гепатит А, его сначала начал вытеснять гепатит Е, а потом уже сейчас, наоборот, гепатит А, как бы так сказать, поднял голову, и он также выявляется. И уже об этом говорилось, что частота выявления антител достаточно высокая. Мы видим, что в Белгородской области среди всей общей популяции исследовано большое количество людей, более 1000 в каждом регионе. 16,4% населения имеет антитела. Это явно говорит о широком распространении гепатита Е в этом регионе. Имеется такая мозаичность, даже мозаичность внутри региона. Мы специально изучали частоту выявления среди жителей разных районов Белгородской области, показали, что есть определенная мозаичность. И мозаичность в целом по стране, но в целом среди населения ясно, что циркулирует вирус гепатита Е. И как уже отмечалось, что вирус гепатита Е наиболее интенсивно циркулирует в старших возрастных группах. Почему это не совсем понятно и какие факторы это определяет, тоже не ясно. Вот Елена Юрьевна не рассказала о своей работе, которая у нее была по определению факторов выявления риска у людей старших возрастных групп. Она провела такую специальную работу в Загорске, когда проанкетировала, была составлена программа вопросов, более 250 вопросов, и люди с антителами были проанкетированы и не антителами. И вот нам не удалось найти какого-то одного фактора, который определил бы, статистически показал разницу и зависимость с выявлением гепатита Е. Единственным фактором, который был, это наличие предыдущего туберкулеза, то есть, видимо, иммунодефицита. Здесь много вопросов у США. Еще сегодня будет несколько докладов, и будет доклад Ильи Потемкина из нашей группы о выявлении антител в популяции населения. Доктор Камил, Салим Камил рассказывал о диагностических препаратах, о том, насколько важно проводить диагностику. Я хочу сказать, что нам повезло, что у нас в стране существуют и разработаны, и промышленно выпускаются два хороших диагностических тест-системы. Это фирмы диагностические препараты Нижний Новгород и фирма Вектор Новосибирск, которая выпускает достаточно качественные тесты для выявления антител класса ИГМ и класса ИГЖ. Причем на протяжении длительного времени тест-система Нижнего Новгорода, диагностические системы, использовалась вообще как стандартная схема для изучения гепатита Е в CDC, в лаборатории в отделе вирусных гепатитов, руководит которым доктор Салим, который рассказывал. Нам было это, конечно, очень приятно. Но здесь я хочу вас обратить на другой момент. Вот если вы посмотрите на этот график, вы увидите, что в начале заболевания, до появления желтухи, так же, как и при гепатите А, в фекалиях выявляется РНК вируса гепатита Е и выявляется период виремии. И вот этот вот период наличия виремии, позитивных
позитивного РНК вируса гепатита Е, поставил очень важный вопрос. А как себя ведет гепатит при переливании крови? Ранее было показано, что при наличии виремии у источника инфекции возникает острый гепатит, и он регистрируется довольно часто. Особенно острая эта проблема стала в западных странах, в Великобритании, в Германии, во Франции в какой-то степени. Значит, там оказалось, во-первых, что гепатит Е регистрируется значительно чаще, до 50 тысяч случаев в год. Вот заметьте, наши данные и данные, которые у них. Но это связано с объективными причинами, об этом мы еще с вами поговорим несколько дальше. И вот здесь возник вопрос о тестах, которые позволяют выявлять РНК в сыворотке крови. И надо сказать, что разработанные тесты, лабораторные хоум-тесты для выявления РНК вируса гепатита Е, но стал вопрос о возможности использования в службе переливания крови определения РНК вируса гепатита Е. И 15 октября 2021 года, этого года совсем недавно, на сайте Росздравнадзора в реестре медицинских исследований появилась информация о регистрации ПЦР-теста для качественного определения РНК вируса гепатита Е 1-4 генотипа. То есть появился в нашей стране коммерческий тест для определения РНК вируса гепатита Е, который выпускается фирмой Roche. Что интересно, в мире еще в 2012 году были проведены исследования по поиску в сыворотках плазмы крови для переливания РНК позитивных результатов на РНК вируса гепатита Е. Были описаны несколько случаев посттрансфузионного гепатита Е, и встал вопрос, насколько, так сказать, мы должны использовать эти тесты для выявления этого маркера, для того, чтобы предотвратить случай посттрансфузионного гепатита Е. И вот видите, здесь при анализе пулов из нескольких образцов было показано, что в некоторых числе этих пулов удается выявить РНК вируса гепатита Е, значит, можно сделать вывод о том, что гепатит Е, он важен и для переливания крови. Мы в наших исследованиях проводили исследования с нашим тестом 1030 сывороток крови здорового населения безвозмездных доноров крови. Ни в одном, правда, не нашли ни в одном случае не нашли антиген РНК вируса гепатита Е. Посмотрели доноров с повышенным уровнем ланиноаминотрансферазы и доноров крови с нормальным уровнем. Мы получили, что где-то в 4% выявляется ИГМ антитела. Ни в одном случае, правда, не нашли РНК. Но вот это выявление ИГМ антител в донорской крови может говорить о том, что потенциально в сыворотке крови, переливаемой сыворотке крови, может находиться возбудитель гепатита Е. Конечно, исследования, которые были проведены у Михаила Суреновича в Соединенных Штатах Америки, показали, что таким основным источником вируса гепатита Е в наших регионах являются поросята. Здесь представлены наши данные, которые получены были нашим сотрудником Сергеем Солониным, который занимался и защищал по этому поводу кандидатскую диссертацию. Мы посмотрели достаточно большое количество свиноферм в разных регионах страны. Было показано, вот здесь проведен анализ большого количества очень выделенных материалов, что вирус принадлежит третьему генотипу, что является чрезвычайно важным. И очень важен вот этот вот нижний участок слайда, где показано, в каком возрасте выявляются в основном РНК вируса гепатита Е у животных. Оказалось, что в трехмесячном возрасте выявляется у поросят почти в 70% случаев, потом постепенно РНК уходит вниз, он исчезает. Причем, что любопытно, что, видимо, в этом является разгадка случаев наличия посттрансфузионных случаев гепатита, вернее, не посттрансфузионных, а распространения острых случаев гепатита Е в странах Европы, в Соединенных Штатах и у нас в России. Значит, дело все в том, что у нас вот это исчезновение происходит до возраста забоя, а в европейских странах и в Америке возраст забоя старше, и они несколько позже заражаются, и
вот они попадают на возраст забоя, когда у них есть РНК, что приводит к более широкому распространению гепатита Е. Но улучшение содержания поросят, проведение работы, видимо, приведет и к определенному сдвигу частоты выявления у поросят и в нашей стране, поэтому вопрос переливания крови будет чрезвычайно важен. Очень важна тема регулярные исследования молекулярной биологии гепатита Е, и нами было показано, что вирус гепатита Е принадлежит к третьему генотипу, это основной генотип, который циркулирует у нас, и вот это вот наличие третьего генотипа основное, в общем, ставит. Я хочу показать, вот здесь, если обратить ваше внимание, на выделить как бы участки генотипа Е, это прежде всего выявление РНК и среди поросят в Владимирской области, и в Белгородской области среди поросят и людей, что, в общем-то, говорит о том, что связанные вирусы в близости на деревьях, говорит о том, что вирус гепатита Е человека и вирус гепатита Е свиней чрезвычайно связан. Очень важно понятие, что вирус продолжает циркулировать на свинофермах. Мы провели такое исследование, начиная с 2012 года по 2016-2017 год. Провели анализ выделенных изолятов на одной из ферм вируса гепатита Е и показали, что он сохраняется в полном объеме, сохраняет свою генетическую принадлежность и практически без изменений циркулирует на этих фермах, что составляет, так сказать, очень важный момент. Еще один очень важный момент, который, так сказать, на котором я хочу остановиться сейчас. Да, вот он. Так сказать, момент, на который я пропустил. Это момент то, что кроме как у людей и поросят, нам удалось выявить еще сыворотку РНК вируса гепатита Б в сточных водах и в открытых источниках, что говорит о широком распространении этой инфекции. А еще один очень важный момент – это реконструкция истории распространения гепатита Е на территории нашей страны. Было показано при анализе большого количества изолятов, было показано, что в нашей стране, во-первых, целиком, в основном циркулирует генотип третий, который пришел к нам сначала из Юго-Восточной Азии, он переместился в Европу, потом из Европы через Англию и через прибалтийские страны попал к нам и имел самое широкое распространение у нас в стране. Но помимо третьего генотипа, который является автохтонным и выявляется у наших местных случаев, у нас могут попадать и четвертый и первый генотип. 10 лет тому назад вместе с доктором Исауленко из Санкт-Петербурга был описан занос вируса гепатита Е с индийскими моряками, которые прибыли на обучение в Санкт-Петербург, среди которых была зарегистрирована вспышка гепатита Е. Они прибыли из Мумбаи, у них был первый генотип. Видимо, они уже попали на излете этой вспышки. К счастью, распространения на нашей территории не было. И ее исследования по изучению у туристов, которые прибывают к нам в страну, показывают, что завоз первого генотипа, первый и второй генотип у нас тоже возможен из стран Юго-Восточной Азии, когда привозят, но распространения, дальнейшего распространения он не имеет. И чрезвычайно интересный случай, об этом Елена Юрьевна уже говорила, это больной молодой человек, который отдыхал на Корсике, покушал вот эту колбасу, которую сырокопченую колбасу, о которой рассказывал доктор Менг, заразился гепатитом Е, прибыл в Москву. Оказалось, что этот вирус, он подобен вирусу гепатита Е поросят во Франции и в Бельгии и Великобритании. И вот он, заразившись на Корсике, привез к нам вирус гепатита Е. К счастью, у него прошел гепатит достаточно легко и не было дальнейшего распространения гепатита Е. Еще один случай завоза, возможного попадания, это через ливанских макак из Вьетнама. Об этом сегодня будет специальный доклад, я поэтому на этом не буду останавливаться, но могу сказать, что это было. И, конечно, чрезвычайно важный момент, о котором уже рассказывала Елена Юрьевна, и мне остается только повторить, это то наблюдение за больным хроническим гепатитом Е, у которого был выявлен вирус гепатита Е третьего генотипа, причем он был абсолютно подобен вирусу, циркулирующему
в Белгороде среди поросят. И вот это представление, что гепатит Е может выявляться, может вызывать хронический гепатит, связанный с животным происхождением, оно, так сказать, абсолютно правильное и здесь есть. Елена Юрьевна уже показывала, здесь, правда, немножко, так сказать, продлены данные наблюдения, дальнейшие наблюдения. Вот мы его сейчас наблюдаем, он сохраняет антитела, отсутствует РНК, которая элиминировалась из сыворотки крови и фекалиев. Кстати говоря, был интересный вопрос, появились некоторые работы, что РНК вируса гепатита Е могут выявляться в спермальной жидкости. У нашего пациента мы не нашли позитивную реакцию, и после лечения исчезла из сыворотки, из фекалий РНК, сохраняются антитела, причем вот посмотрите, как интересно, мы можем по коэффициенту позитивности судить, что постепенно ИГМ антитела уходят и возрастают в то же время антитела класса ИГГ. И Елена Юрьевна уже говорила о наличии мутаций, связанных с устойчивостью к рибавирину, о том, как у него нарастали эти мутации к рибавирину, но здесь важно, что эти мутации они определяют не только изменения в РНК вируса гепатита Е, но и вызываются изменения в аминокислотных заменах, которые есть. И вот при наблюдении, которые у нас были, тоже было показано, что происходили замены. Но, к счастью, в общем-то, не произошло образования штаммов, которые были бы действительно, и вообще вся ситуация, он был бы не готов ответить на рибавирин. Он ответил на рибавирин, мы продолжаем это наблюдение, и мне кажется, что сейчас у нас вот эта первая ласточка такая, будут возрастать количество случаев гепатита Е. И я хочу сделать следующее заключение. Ну, во-первых, что современные штаммы вируса гепатита Е третьего генотипа, выявленные на территории, являются результатом неоднократных заводов из Европы с последующей длительной циркуляцией среди поголовья свиней на нашей территории. Передача вируса от свиньи к человеку происходит регулярно. Именно свиные штаммы вызывают автоктомные случаи, местные случаи гепатита Е. Длительное сохранение одного штамма на свинофермах свидетельствует о стабильности эпизодического процесса. Приматы могут выступать в качестве естественного резервуара вируса гепатита Е, что чрезвычайно важно. Определение РНК вируса гепатита Е и генетические исследования штаммов ВГЕ необходимы как для диагностики, так и для надзора за этой инфекцией. Сейчас у нас в стране есть полный набор тест-систем, было бы желание, и я думаю, что, так сказать, что еще результаты будут очень интересны, если мы будем проводить эти исследования. И в связи с растущей распространенностью инфекции гепатита Е, она действительно происходит, целесообразно оценить встречаемость РНК вируса гепатита Е среди доноров Российской Федерации, что является чрезвычайно важной задачей. Мы надеемся, что в следующий раз сможем вам доложить результаты по выявлению из большого количества сывороток РНК, частоту выявления РНК вируса гепатита Е. В заключение своего доклада я хочу поблагодарить участников этого доклада. Это прежде всего Киргиана Каренкаренча, Малинникова Елену Юрьевну, Ильченко Людмилу Юрьевну, большого количества наших сотрудников, которые работают с нами. Поблагодарить Илью Бартючука, еще раз поздравить его с медалью. Поблагодарить бывшего нашего сотрудника, который сейчас работает в НИИ Склифосовского, Солонина Сережу, из Института нейрохирургии, с которыми мы работаем, и это благодарить сотрудников Белгородской области, Полякова и Щибрев, Свердловской области Романенко, поблагодарить исследователей из Института приматологии, Людмилу Кардай, которая, к сожалению, ушла от ковида у нас совсем недавно, нам ее будет, конечно, не хватать, и поблагодарить Догадова, который сегодня сделает еще очень интересный доклад, а вас поблагодарить за внимание, с которым, я надеюсь, вы выслушали и еще раз посмотрели на многие слайды, которые я представлял. Спасибо большое. Спасибо огромное, Михаил Иванович, за ваш доклад, частью которого я имел честь быть, и все наши сотрудники. И я с радостью предоставлю слово следующему докладчику Владимиру Васильевичу Малышеву, военному эпидемиологу с огромным
стажем и опытом работы, который принимал непосредственное участие в исследованиях по открытию гепатита Е во время расследования подъема заболеваемости гепатита Е в Афганистане среди наших военнослужащих. И его доклад называется «Эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита Е у военнослужащих. Афганский след». Пожалуйста, Владимир Васильевич, вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня большущий праздник у специалистов, кто занимается вирусными гепатитами всех направлений, всех специальностей. Я искренне приветствую организаторов, оргкомитет, и мне бы хотелось в таком хронологическом порядке доложить мой доклад «Эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита Е». У военнослужащих афганский след. Надо сказать, что события, которые вот описываются, так сказать, или которые анализировались для данного доклада, имеют глубину с 1983 года, когда еще вирусный гепатит Е. Мы только могли тогда, мы располагали общей информацией об идентичности клинического течения вирусного гепатита А и, как он назывался ранее, фекально-орального гепатита ни А, ни Б. И надо сказать, что большая заслуга Михаила Суреновича Балаяна, кого мы вспоминаем сегодня добрым словом и чтим, она настроила нас на правильную волну, и как раз это было связано с тем, что, к сожалению, повторные случаи заболевания гепатитами, они, ну, были на слуху как бы у наших специалистов, которые работали, служили в это время в Афганистане, выполняли специальные задачи. Надо отметить, что можно работать больными в точке их заболевания, можно работать с больными, уже проявившимся заболеванием, и что было сделано на сопредельной с Афганистаном территории, в Узбекистане. Были развернуты военные госпитали в Ташкенте, Самарканде, Фергане. Кроме того, мы проводили работу и с больными из Афганистана в Туркмении, в Ашхабадском военном госпитале. Было обращено внимание на различные формы клинического течения фекально-оральных вирусных гепатитов. Да, диагноз вирусный гепатит Е по тем меркам ставился традиционно методом исключения. И еще раз хочу сказать, что звучал он тогда просто фекально-оральный гепатит ни А, ни Б. Мы смотрели маркеры гепатита А, мы смотрели маркеры гепатита Б. Безусловно, нас всегда настраивало на определенный рабочий лад, эпидемическая ситуация в тех районах, откуда госпитализировались больные. Как правило, так как это гористая местность, Афганистан, и скальный грунт имеет определенные свои, так сказать, особенности в плане водного фактора передачи. Водный фактор передачи, конечно, он доминировал в стартовых позициях, так как все это по скальному грунту сливалось в определенные линзы, где проходил водоразбор. Надо отметить, что у больных, с которыми мы работали на сопредельных территориях, да, значит, было отмечено сочетанное поражение. Помимо вирусных гепатитов регистрировался брюшной тиф, малярия,
дизентерия, сальмонеллез и ряд других инфекций. Клинически однородные заболевания, вирусный гепатит А и фекально-оральный гепатит няни Б, создавали достаточную проблему при выполнении военнослужащими боевых задач. Получалось так, что больной переболевал одним видом гепатита, тем же гепатитом А, и спустя какое-то время с аналогичной клиникой, значит, госпитализировался в госпитальное звено и, безусловно, не имея экспрессных тестов, не имея специфических тестов на обнаружение маркеров вируса гепатита Е, конечно, по крайней мере, в войсковой медицине было очень сложно разобраться. И если мы, так сказать, многие в последующем уже пробы детектировали в Москве, в специализированных институтах, конечно, это еще раз подчеркивало значимость, с одной стороны, инфекции, с другой стороны, отсутствие диагностических тестов. Оно тоже играло большую роль. Нами, как обычно положено, сохраняли сыворотки больных, которые мы тестировали на наличие маркеров вируса гепатита А. И среди сывороток от явных больных вирусным гепатитом оставались этиологически нерасшифрованными от 10 до 80%. А большое значение имело, конечно, изучение данной инфекции. И как раз среднеазиатский регион и южный, так сказать, наш Афганистан, он как раз показал нам то, что вот этот вирусный гепатит, отличный, фекально-оральный гепатит, отличный от гепатита А, он был, ну, как бы доминировал даже в некоторых провинциях Афганистана. В то же время, когда посмотрели на наличие антител к вирусу гепатита Е в среднеазиатском регионе у жителей, да, в иммуноглобулинах доноров, то практически все серии иммуноглобулина содержали антитела к вирусу гепатита Е. Вот, в сравнении с другими регионами страны, где был свободен от этих антител. Ну и надо сказать, что многие вещи впервые применялись среди наших военнослужащих в Афганистане. Это был в том числе высокотитражный иммуноглобулин против гепатита А, так как в то время отсутствовала вакцина и против гепатита А. Изучение иммунного статуса у больных вирусными гепатитами проводилось, значит, следующим образом. Всего было изучено 1020 сывороток, 268 Ленинградский военный округ, 537 Туркестанский военный округ и из Афганистана 215 сывороток. В результате исследования было обнаружено, значит, 3 случая или 1,1% гепатита Е. Туркестанский военный округ, 60 случаев гепатита Е, 11,2%. Афганский материал, 154 случаев гепатита Е, что составило 71,6%. Но это достаточно высокий процент, который говорит о том, что у нас действительно была очень большая проблема, и многие вещи, связанные с эпидемиологической оценкой фекально-орального
механизма передачи, они сразу вставали на свои места, так как помимо гепатита А, достаточно вклад большой в заболеваемость давал и гепатит Е. Надо отметить, что на протяжении ряда лет мы обращаемся в той или иной степени к военнослужащим, которые ранее находились, служили в Афганистане и имели в анамнезе госпитализации по поводу вирусных гепатитов. Надо отметить, что практически у 90% из переболевших мы обнаруживали антитела к вирусу гепатита Е. Более того, мы, имея возможность, так как наши врачи-медики военные также занимались оказанием помощи и в то же время сами были подвергнуты, так сказать, риску заражения и заболели, мы у наших ветеранов то же самое обнаруживаем антитела к вирусу гепатита Е. Значит, с одной стороны, это, в общем-то, говорит о том, что люди приобрели пожизненный иммунитет к вирусу гепатита Е. И это еще раз подчеркивает значимость, скажем так, сегодняшнего дня. Я недаром указал Среднеазиатский регион как эндемичный по гепатиту Е. Дело в том, что сейчас для нас, для вооруженных сил, такой метод, как участие в организации питания по принципу аутсорсинга, да, мы, к сожалению, мы видим, к чему приводит использование труда специалистов из среднеазиатских регионов, порой бесконтрольное, которое приводит к групповой заболеваемости из-за того, что потеряна острота момента, потерян нюх эпидемиологический. И это приводит к тому, что мы иногда имеем в коллективах, где питание идет по аутсорсингу, групповые заболевания. Я не буду вспоминать большую вспышку брюшного тифа, которая была вызвана именно привлечением сторонних, скажем так, специалистов из среднеазиатского региона без достаточно жесткого входного контроля иммунного статуса с точки зрения наличия маркеров, которые говорили бы об опасности нахождения этих людей на объектах питания. Потому что это не только вводный фактор передачи, но и пищевой путь передачи. Надо сказать, что имея возможность контактировать в рамках конференции по катастрофам и военной медицины в Дюссельдорфе, ряд лет доводилось выступать с докладами, мы услышали, что с теми же проблемами по всем направлениям столкнулись и войска НАТО, которые находились там без малого 20 лет. И в том числе инфекционная патология, и также звучала с высокой трибуны гепатит Е. Единственное, что, конечно, уважаемые коллеги, время делает свое дело. В плане диагностики мы имеем большие прорывы. Страны НАТО показали свою ультрамобильную биологическую лабораторию, которая в себе сочетает 4 лаборатории. Это аэробная, анаэробная,
классическая микробиология, это иммуноферментный анализ и полимеразная цепная реакция в режиме реального времени. Безусловно, с нашей стороны, мы тоже, скажем так, не стоим на месте, я имею в виду наше оборонное ведомство, и здесь мы имеем комплекс для анализа патогенных биологических материалов, который позволяет автономно в условиях отсутствия стационарной лабораторной базы проводить работы по выявлению возбудителей особо опасных и опасных инфекционных заболеваний современными экспрессными методами. Обеспечивать при проведении работ с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний защиту персонала и окружающей среды в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил, проводить обработку полученной информации о результатах выявления биологической обстановки с использованием специального программного обеспечения, обеспечивать связь с центральным пунктом управления и также обеспечивать обеспечение экипажа в течение 14 суток автономной работы. Но если мы посмотрим эти лабораторные блоки, смонтированные на базе автомобиля КАМАЗ, я могу сказать, что вот высокопроходимые машины, они, безусловно, играют определенную роль с учетом расстояний, с учетом качества грунта и так далее. И надо отметить, что все, что подготовлено, а это следующие модули. Это модуль подготовки проб иммуноферментного анализа, это модуль ПЦР-анализа и генотипирования, модуль обработки информации в виде кузова контейнера, так и машина биологической разведки, которая позволяет, не выходя, отбирать пробы воды, почвы, воздуха и анализировать. Безусловно, мы сейчас живем в периоде, когда разного уровня тесты, разного уровня устройства позволяют нам проводить исследования в полном объеме. В то же время, мы когда говорим о ситуации, связанной с водным фактором передачи, и здесь тоже очень большая подвижка имеется, по крайней мере, существует устройство для отбора проб, для концентрирования вирус-содержащего материала в тангенциальном потоке, что имеет также очень большое значение. И вот все вместе взятое еще раз подчеркивает значимость комплексного подхода при контроле, при эпидемиологической вот такой деятельности, да, когда мы имеем возможность использовать лабораторный блок для поиска источника инфекции, для оценки способов разрыва механизма передачи, и, безусловно, следующим этапом будет, конечно, повышение невосприимчивости. Надо сказать, что постепенно войска начинают получать, ну, в дозированном количестве определенные комплекты, которые позволяют работать в автономном режиме. Ну, например, комплект точечного иммуноферментного анализа ДОТ и ФА, который в качестве твердой фазы, где используется мембрана нитрацеллюлозная, ацетацеллюлозная, это позволяет получать в режиме, скажем так, пролива, так как работа ведется в вакуумной камере, вот, получаем результат, который выражается вот в цветной реакции, и мы это можем оценивать. В то же время молекулярная биология, она также пришла в полевую эпидемиологию, и в том числе и для детекции вирусного гепатита Е. Очень удачная вот эта мобильная ПЦР-лаборатория. Самое главное, чтобы
в руках специалистов, все позиции были задействованы и своевременно выдавался результат для специалистов для принятия решений. Ну, значит, еще раз хочу сказать, что большое значение мы придавали и вот и придаем это вводному фактору, когда есть необходимость заблокировать, скажем так, или получить в качественном, в количестве, в большом количестве фиксированный вирус-содержащий материал, как раз использование положительно заряженных мембран. Ну, вот вы видите, что здесь задействованы и слабые взаимодействия типа вандервальцевых сил, гидрофобные взаимодействия, водородные связи, электростатические силами, и наличием зета-потенциала будет определяться качество пробоподготовки. От этого зависит конечный результат, качество пробоподготовки. Ну и вот хотелось бы тоже проинформировать. Мы работаем в направлении сейчас создания такого полевого комплекта, состоящего из двух укладок, называется «Вербак-1», который будет принят на снабжение в вооруженных силах и будет обеспечивать в полевых условиях, в отрыве от любой стационарной лаборатории, проведение полноценных лабораторных исследований, связанных с вирусологией и бактериологией воды. Ну и помимо всего прочего, хотелось бы напомнить о наших старых методах. Это метод флюоресцирующих антител, иммунохроматография, которая, конечно, могла бы помочь вот самым низовым звеньям медицинской службы для детекции. И завершая, не могу не вернуться к словам Александра Третьего. Да? Во всем свете у нас только два верных союзника, наша армия и флот, все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас. Я хочу поблагодарить искренне всех за внимание и пригласить к реальному сотрудничеству, невзирая на ведомственные границы. Еще раз спасибо большое вам. Спасибо большое за доктор Малышев, за столь прекрасный доклад. Очень интересный, это очень важно. Афганский след в изучении гепатитов, он останется навсегда. И я сейчас хочу представить с большим удовольствием доклад Сергея Владимировича Жаворонка с авторами. Это наши белорусские друзья. Гепатит Е в Республике Беларусь. Надо сказать, что, пожалуй, вот эта группа Сергея Владимировича одна из наиболее серьезных, которая сейчас работает с гепатитом Е не только в Республике Беларусь, но и вообще на всем постсоветском пространстве. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Дорогие уважаемые коллеги, последние годы ознаменовались интенсивным изучением вирусного гепатита Е. Однако, как и в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации, еще не все клиницисты используют диагностические методы для дифференциальной диагностики с гепатитом Е других поражений печени. В то же время мы знаем, что большое количество людей переболевает этим заболеванием, так же, как и другие гепатиты бессимптомной формы преобладают, но в то же время свыше 3000 мертворождений, а также болезни поражения печени у беременных, они заканчиваются иногда неблагоприятно вследствие вирусного гепатита Е. Доказано абсолютно в настоящее время, что резервуаром основным являются свиньи, домашние, дикие. Также доказано эпидемиологическое значение верблюдов и многие другие
варианты гепатита Е изучаются как потенциальные источники для человека. 8 генотипов известно, последние 7-8 обнаружены у верблюдов и у людей идентифицированы такие же заболевания. И распространение в мире достаточно широкое, но в то же время третий генотип, третий, обращаю ваше внимание, он распространен на территории наших стран и европейского региона. Основные механизмы заражения те же, что и гепатита А, но в то же время доказана трансфузионная через кровь передача, а также при трансплантации органов и тканей. Это вода и, конечно же, употребление мясных продуктов, в первую очередь свинина, свиная печень, недостаточно термически обработанная. Вирус проходит из печени через желчные пути, теряет свою оболочку и находится, это РНК-овый вирус, находится в испражнениях человека, но в то же время обнаружены и в других секретах, то есть это моча, это кровь, и другие биологические жидкости могут содержать вирус гепатита Е. Два структурных области, кодирующих структурные белки, имеют вирус, то есть РФ2 и РФ3, это капсид, которые могут использоваться, эти белки, в качестве маркеров самой инфекции, то есть антитела к ним используются в диагностических системах и в то же время используются в ПЦР как консервативные области для диагностики, для генодиагностики. В настоящее время производятся диагностические системы, но это буквально вот не до 20-10-го. Две диагностические системы, коммерческие, были использованы и в то же время показали не одинаковую выявляемость конкретно гепатита Е в начальном этапе, где выявлялись иммуноглобулины только М. Доказано было последующим ПЦР-анализом, что это был гепатит Е и это был третий генотип, но в то же время иммуноферментные системы сработали ИГМ в одном случае и в другом случае не сработали. Ранее институт Мечникова начал работу по созданию новых полипептидов. Один из таких и получен соответствующий патент был изготовлен при нашем участии. Но и этот полипептид использовался, это первого генотипа, использовался для создания диагностических систем, иммуноферментных в первую очередь. Была создана диагностическая система на основе этих полипептидов РФ2 и РФ1. И эта система показала сопоставимые результаты с существующими диагностическими наборами. В то же время было восстановлена, адаптирована система, разработанная в институте Мечникова, ПЦР-анализа, которая, классического ПЦР-анализа, вот с такими праймерами, которая была сопоставлена с международными стандартами Всемирной организации здравоохранения и показала чувствительность от 10 МЕ, то есть это высокая чувствительность, но в то же время эта система неудобна в исполнении, так как все лаборатории перешли на реал-тайм ПЦР. Вы видите, дорожка шестая, она еще с чувствительностью от 10 МЕ, она показала еще положительный результат. И у пациентов было это все сопоставимо с другими диагностическими системами. Последовательности, которые были выделены от животных, от людей, были сравнимы с генобанком. Наши показатели, наши пациенты, они, у всех этих пациентов был выявлен генотип 3, различные его субтипы, которые были близки как европейским, так и некоторым другим генотипам. В частности, пациент
пациентка 48, и свиньи из Республики Беларусь показали очень близкое генетическое родство, то есть это показывает о наличии, о возможности автохтонное распространение гепатита, и в то же время пациент 4, это пациентка, которая намного отличается от других и отличается от гепатита третьего R, то есть кроличьего, дорожки 46 и 45. Для создания real-time PCR нам были подобраны наиболее консервативные участки, но в то же время так, чтобы это полностью консервативный участок из наших, из выделенных нами и в то же время находящихся в генобанке, выделили вот основные такие консервативные зоны для создания праймеров. Вот такие были созданы праймеры, предложенные нами, и было проведено исследование real-time и вот PCR, real-star PCR, star PCR. Ну, мы видим, что да, высокая степень совпадения, то есть по уровню значимости, по чувствительности, но в то же время мы видим, что да, существует, невозможно подобрать стопроцентное совпадение результатов в, как я уже назвал, это в иммуноферментном анализе разных систем и также в ПЦР, в ПЦР-системах праймеров. То есть вирус достаточно широко изменчив, и в этом есть достаточно высокая достаточно большая сложность в создании диагностических наборов. Но в то же время вот разработка такой системы была выполнена и получен соответствующий патент. Но мы пошли несколько дальше, и системы на основе сенсора, на основе вот нанотехнологий, которые несколько отличаются, хотя анализируют также последовательности РНК, но обладает возможностью подбора вот этих консервативных участков в большей степени, чувствительности больше обладает. И мы протестировали такие тесты с ПЦР-анализом, мы показали, что да, это намного больше. Также был разработан нами способ диагностики антигеном гепатита Е, то есть так же, как HBS-антиген для гепатита Б, так есть возможность, она разработана не нами впервые, это антиген. Причем очень важно отметить, вот справа ПЦР положительные тесты из крови или скала, а слева это иммуноферментный анализ на антигены. То есть антигены выявляются дополнительно и в моче, и в других биологических жидкостях, и даже чаще выявляются антиген, чем выявляется ПЦР-анализ. Если брать всю диагностику, то, конечно, иммуноферментный анализ, он является основным и рекомендуемым для первичной диагностики, для антитела к Е-гепатиту ИГМ, для подтверждающей диагностики. Тем более они выделяются не более, ну, около 3 месяцев, то есть они подходят для первичной диагностики. Но, конечно, золотым таким тестом является ПЦР-анализ из скала или из крови, или лучше всего, или даже из мочи. Вот такие вот частота выявления зависимости от АЛАТ, то есть АЛАТ позитивный, который придуман нашими службой переливания крови, первичной много-много десятилетий тому назад, мы видим, что да, АЛАТ позитивные пациенты чаще имеют маркеры вируса гепатита Е, как в иммуноферментном анализе класса ИГМ, так и ИГГ. Если взять группы риска, то мы видим, что практически здоровые граждане
ну, в возрасте до 25 лет это около 2%, более пожилые это вот 11 и выше процентов переболевают гепатитом В, и другие группы риска, они также имеют вот, различные концентрации антител ИГМ и ИГГ. Охотники, да, это отдельная группа, их из 18,5 имели антитела, в том числе часть из ИГМ, в том числе ваш покорный слуга, работая с вирусами, с животными, которые имели гепатит Е. Из них большинство, в принципе, диагностирован был гепатит Е без симптомной формы. Из доноров крови, очень важная группа, доноры крови из 82 образцов, мы видим, что 2% ИГМ-антитела имели, и часть из них имели ИГГ, то есть потенциально доноры могут быть источниками вируса гепатита Е. ВИЧ-инфекция. Это интересный случай, ну, 10% мы видим, это в основном то молодые люди, то есть по сравнению с нашими до 25 лет или 25, это намного выше частота носительства ИГГ, но в то же время интерес вызывает один случай наблюдения после месячного отдыха в Таиланде. Молодой человек принес гепатит А, желтушную форму, обнаружен также гепатит Е, и также впервые была выявлена ВИЧ-инфекция на ранней стадии. То есть понятно, это какая группа инфекций, так же, как и гепатит Е, то есть это МСМ группа, она имеет повышенный риск распространения гепатита Е. Ну и иностранные это студенты в первую очередь, мы видим, что да, действительно, по сравнению с группой до 25 лет из отечественных студентов, они достаточно чаще имеют, так как и ИГГ, особенно вот Индия мы видим, Иордания также, и ИГМ иногда. Отдельные лица, которые были диагностированы, подтверждено в ПЦР-анализ, то есть он как бы на высшей степени подтверждения, мы видим сырой фарш, сырая, ну не сырая, а в принципе недостаточно термичная обработанная печень свиньи, свинина, участие в разделке домашней свиньи, сантехник, два охотника и 5 завозных случаев, то есть это Испания, остров Майорка, Казахстан, Литва, Туркменистан, это может быть. И в то же время один студент, студентка, которая не выезжала за пределы страны, заболела острым гепатитом, легкая такая безжелтушная форма была диагностирована, она проживала с другими иностранными студентами. То есть был вот внутри общежития возможное распространение. Что касается клинических проявлений, то они могут быть самые разные. Большинство, естественно, это бессимптомные формы, но мы видим даже по аланиновой трансаминазе, вы видите, какая большая флюктуация, то есть это 500 и 1000, и в то же время 155, такие показатели. Билирубин, это связано, вы видите, до 566, такие максимальные показатели могут быть, гамма-ГТП. Ну и длительность пребывания в стационаре, она вот в таких пределах, в сутках имеет быть. Отдельно несколько клинических случаев, конкретно женщина 65 лет, пищу, печень из магазина посоветовали гематологи. Мы видим, что это желтушная форма с высокой ЭЛАТ, ИГМ, и впоследствии был из кала выделен вирус. И динамика ее биохимических показателей вот такая. То есть мы видим, что в стуле несколько дольше, чем в крови, выделяется сам вирус. И динамика ЛАТ, ОСАТ, она следует за вот этими показателями. Также вызывает большой интерес пациент, который как бы вот в первый день желтухи, в первый день взята была кровь от начала желтухи. И в ПЦР-анализе мы видим вот 1.09, то есть в фекалиях еще вируса нет, а в сыворотке крови есть. Но уже 5.09 в сыворотке крови есть, а в фекалиях он содержится уже в незначительном количестве. То есть да,
в крови появляется первый, но в фекалиях исчезает последним. В то же время это был генотип 3F, который идентичен такому свиньи из Испании, и пациент незадолго до этого отдыхал на острове Майорка. И я слайд показал, что, конечно, даже Средиземное море, но при такой плотности населения, яхты там и пляжи заселены, то может вирус быть и в Средиземном море. Ну и среди беременных также мы видим, что среди ЛАД-позитивных пациенток достаточно широко распространен вирус гепатита Е, и он действительно, как и наши классики писали, гепатит и беременность, это антенатальная гибель плода, угрожающие преждевременные роды и другие диагнозы, которые были поставлены нашими акушерами до выявления и подтверждения гепатита Б. Пациентка употребляла разруб, то есть это, ну, как бы свинина оптом сразу много. Из местного сельского хозяйства, естественно, на разруб не идут здоровые животные. То есть это, по всей видимости, какие-то животные уже имели заболевание. Мы взяли в исследование, ну, в настоящее время свыше 1000 свиней из разных хозяйств, не более чем по 10 из каждого. И оказалось, мы видим, что чистых хозяйств это не более 40, то есть 60 из них это имели обязательно антитела. Антитела при этом подсчет в иммуноферментном анализе был, ну, достаточно загрубленным таким. И всего вот показались вот такие. Дикие свиньи 102, но уже в настоящее больше. Но ПЦР были не часто, то есть это один, ну, может быть, два сейчас образца. Но антитела 36,3%. То есть дикие свиньи переболевают, но не являются основным таким резервуаром. Ну и были также исследованы олени, которые декларируются во многих исследованиях, особенно в японских. Мы видим, что да, антитела, это выявляется достаточно часто, но в то же время антиген не часто. Но вот кролики, да, действительно, среди всех популяций кролики нами обследованных, и в то же время вот Михаил Иванович и его сотрудники показали очень широкое распространение. Но описан только один случай во Франции, где человек болел и вирусным гепатитом Е, и в то же время это был идентифицированный вирус, схожий с вирусом гепатита Е кроликов. Ну и последний вот случай мы видели, мы ни одного хронического случая хронического гепатита не выявили, но задержка элиминации на несколько недель у пациентки, которая после трансплантации печени получала иммуносупрессивную терапию, мы вот видим на этих слайдах. Но концентрация его постепенно уменьшается, и была практически доведена до нуля. Ну и дикие кабаны, мы видим, что да, они идентичны германским, но трудно представить, чтобы к нам пришли германские, по всей видимости, наши перешли в Германию, и они очень близки по генетически с дикими кабанами у животных. Ну и ДНК вот в образцах мы видим, что крови, мочи инфицированных кроликов, то есть можно определять также в моче. Таким поражение других органов также мы видим вот на модели кроликов, что да, и поджелудочная железа, и другие органы и системы, и головной мозг, они имеют и морфологические некоторые изменения, хотя клинически таких желтушных форм у них не выявлено. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Владимирович, за столь интересный доклад. Он действительно показывает, что проблема гепатита Е, она существует на уровне республики. Ваши клинические наблюдения и наблюдения эпидемиологические, они чрезвычайно важны для всех нас. Я думаю, если будут вопросы, мы опять немножко не укладываемся во времени, то мы тогда передадим вам по чату и попросим вас ответить на них. Еще раз большое-большое-большое спасибо, Сергей Владимирович. И теперь я объявляю следующий доклад. Доктор Потемкин Илья, сероэпидемиология гепатита Е в Российской Федерации. Надо сказать, что Илья сотрудник Института вакцин и сывороток из нашей группы. Недавно он защитил кандидатскую диссертацию. Пожалуйста,
Илья, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите представить вам доклад на тему серой эпидемиологии гепатита Е в Российской Федерации. Гепатит Е является одной из глобальных проблем здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения сообщает о 20 миллионах случаев инфицирования в год вирусом гепатита Е. Из них свыше 3 миллионов протекают с симптомами болезни, а свыше 56 тысяч заканчиваются летально. Вирус гепатита Е, вызванный генотипами 1 и 2, широко распространен в развивающихся странах Азии и Африки. Эта форма инфекции является антропонозом, передается фекально-орально, преимущественно через контаминированную воду. Для нас же более характерна инфекция, вызываемая третьим и четвертым генотипом вирусного гепатита Е, которая характерна для стран умеренного климата и является антропозоонозом. Генотипы третий и четвертый вирус гепатита Е встречаются у нескольких видов животных: дикие домашние свиньи, кролики, олени и также другие животные. При этом считается, что домашние свиньи являются основным резервуаром инфекции в промышленно развитых странах. Заражение людей происходит при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной свинины, печени оленей, а также моллюсков, которые концентрируют в себе вирус гепатита Е из воды. Вирус гепатита Е принадлежит к роду ортогепвирус, семейства гепвиридая. Здесь представлена заболеваемость острым гепатитом Е в Российской Федерации. У нас в стране регистрация началась с 2013 года. И, как видно, количество случаев увеличивается год от года. Исключением составляет 2020 год, когда человечество и здравоохранение обратило немножко на другие вещи внимание. Что касается доли вируса гепатита Е по отношению к другим гепатитам, здесь мы наблюдаем схожую картину. С 2016 года доля гепатита Е увеличилась с 1,2 в 2016 году до 2,7 в 2019 году. Разрешите представить результаты нашего исследования. Здесь мы видим общие данные по выявлению анти-ВГЕ иммуноглобулинов G в Российской Федерации. Вирус гепатита Е распространен повсеместно и стабильно циркулирует в популяции, о чем говорят результаты выявления серологических маркеров. Частота обнаружения анти-ВГЕ иммуноглобулинов G варьируется от 2,1 в Якутии до 16,4 в Белгородской области, что достоверно чаще, чем на остальной территории Российской Федерации. Проанализировав частоту выявления анти-ВГЕ в общей популяции Российской Федерации по возрастным группам, младшая группа была отобрана от 0 до 19 лет, лица средней возрастной группы – это от 20 лет до 59, и люди старшего возраста – 60 лет и старше. Так, среди младшей группы показатели составили от 0,4 в Якутии до 5,2 в Белгородской области. У лиц среднего возраста частота обнаружения варьировалась от 1,9 в Якутии до 13,5 в Белгородской области. В старшей возрастной группе минимальные значения были выявлены в Хабаровском крае и составили 8,1%, а максимум был зарегистрирован также в Белгородской области 34,1%. Следует отметить, что частота выявления маркеров гепатита Е была достоверно выше в Московской, Калининградской, Ростовской и Белгородской областях. Частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулинов G и M варьируется от 0 в младшей группе Калининградской области, Якутии и Хабаровском крае до 4,3 и 4,4% в группе 60 лет и старше в Белгородских и Ростовских областях соответственно. Особый интерес представляют отдельные территории в неэндемичных территориях по гепатиту Е регионов, где регистрируется повышенная заболеваемость гепатита Е и отмечается интенсивная циркуляция.
Как мы видели с предыдущих слайдов, лидером всегда была белгородская область. Поэтому здесь мы провели более тщательный анализ. Для понимания структуры популяционного иммунитета к вирусу гепатита Е были обследованы все возрастные группы условно здорового населения Белгородской области. Частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулинов G имела четкую тенденцию к росту с увеличением возраста обследованного населения. Так, в группе старше 70 лет иммуноглобулин G имели свыше 40% обследованных. Отмечено несколько возрастных групп, в которых происходят статистически значимые подъемы частоты выявления анти-ВГЕ иммуноглобулина G по сравнению с младшими возрастными группами. Это группы 15-19 лет, 40-49 лет и лица старше 70 лет. Статистически значимое увеличение доли лиц позитивных одновременно по анти-ВГЕ иммуноглобулинов М и G также было отмечено в возрастных группах 15-19 лет и 40-49 лет по сравнению с младшими возрастными группами. Частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулин G у первичных доноров крови и пожилых лиц в регионах с разным уровнем регистрируемой заболеваемости. Для этого мы взяли Московскую область, как пример, и Белгородскую, как лидера по частоте выявления. Среди лиц старше 60 лет анти-ВГЕ иммуноглобулин G выявляли достоверно чаще в Белгородской области, чем в Московской области. И частота составила 27,8% и 18% соответственно. Среди первичных доноров крови также антитела выявлялись достоверно чаще на территории Белгородской области, чем Московской. И частота составила 10% и 4,5% соответственно. Внутри регионов частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулина G была всегда достоверно выше среди групп лиц старше 60 лет по сравнению с первичными донорами крови. Результаты определения серологических маркеров гепатита Е показали, что анти-ВГЕ иммуноглобулин G выявляют значительно чаще среди белгородских доноров по сравнению с московскими. С частотой выявления анти-ВГЕ иммуноглобулинов М похожая ситуация, но на территории Московской области статистически значимых различий не было среди доноров крови и лиц старше 60 лет. Частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулин М в Белгородской области составила 6,9% среди лиц старше 60 лет и 4,46% у доноров крови. В Московской области эти показатели составили 2,7% и 3,1% соответственно. Для определения длительности сохранения антител было проведено следующий этап исследования. Для этого были проанализированы архивные сыворотки, полученные от ветеранов ограниченного контингента советских войск и солдатов, проходивших службу на территории Свердловской области в 2004 году. И ветеранов ОКСВ в 2014 году и условно здорового населения Свердловской области. Частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулинов G среди ветеранов УКСВ при обследовании в 2004 году, это в среднем через 20 лет после окончания службы в Афганистане, составило 30%, что многократно превысило аналогичные показатели среди лиц, проходивших в те же годы срочную службу на территории России. При обследовании в 2014 году, это уже спустя 29,5 лет, то есть почти 30, после пребывания в Афганистане, этот показатель достоверно снизился до 20%, однако по-прежнему достоверно превышал распространенность анти-ВГЕ иммуноглобулин G в общей популяции, где она составляла 3,8%. Была определена частота выявления маркеров, перенесенных текущей ВГ-инфекции среди условно здоровых детей и подростков, а также детей с иммуносупрессией и детей с неврологическими патологиями, получавшие иммуносупрессивные препараты. Анти-ВГЕ иммуноглобулина G, класса G, были выявлены во всех обследованных группах детей. Достоверно чаще анти-ВГЕ иммуноглобулина G выявляли среди детей с первичным иммунными дефицитами по сравнению с условно здоровыми детьми, где процент составил 1,4%, и детьми с неврологическими патологиями 0,6%. Анти-ВГЕ класса ИГМ
также были выявлены во всех обследованных когортах и среди детей с неврологическими патологиями и с первичными иммунодефицитами был в 4 раза выше по сравнению со здоровыми детьми. Поразительная находка была в одном из образцов отрицательным по серологии, то есть отсутствовали анти-ВГЕ иммуноглобулин класса G и M, была выявлена РНК вируса гепатита Е. Анализ нуклеотидной последовательности амплифицированного фрагмента установил, что данный изолят вируса гепатита Е относится к третьему генотипу. Филогенетический анализ не показал близкородственных отношений, выделенного в данном исследовании изолята вируса гепатита Е, с вариантами вируса, ранее выделенные на территории России от пациентов с автохтонным гепатитом Е и от свиней. Дальше. Нам удалось проанализировать 179 образцов от людей, имеющих контакт со свиньями. Мы получили, что 39 образцов из них, что составило 21% и 21,7%, оказались положительны по анти-ВГЕ иммуноглобулин G. Анти-ВГЕ иммуноглобулин M были положительными у 5,6% работников. По сравнению с результатами от первичных доноров крови на той же территории проживающих, это выделяется у работников достоверно чаще, чем у первичных доноров крови. Заключение. Анти-ВГЕ иммуноглобулин G выявлено во всех возрастных группах в каждом исследуемом регионе. На основании данных серологического скрининга, полученных ранее, подтверждено существование анклава по ВГЕ-инфекции на территории Российской Федерации, это Белгородская область, где частота выявления анти-ВГЕ иммуноглобулина G и M в общей популяции значительно превышает аналогичные показатели регионов в других регионах страны. В зависимости от региона, от 3 до 4,5% первичных доноров имеют анти-ВГЕ иммунокласса М, маркер текущей или недавно перенесенной инфекции. Постинфекционные анти-ВГЕ иммунокласса G могут сохраняться длительное время, до нескольких десятков лет после перенесенной инфекции. В то же время показано, что значительная доля лиц может терять детектируемые значения за 20-30 лет. И определение серологических маркеров в различных возрастных группах показало, что с возрастом растет частота обнаружения анти-ВГЕ иммуноклаза иммуноглобулинов G и M в популяции. Так, хотел бы поблагодарить всех коллег, принимавших участие в данной работе. Спасибо большое за внимание и хорошего дня. Спасибо огромное, Илья, за хорошо прочитанное выступление. Сделанные выступления. Это действительно очень интересные данные, которые вы обобщили. Вопросы, как мы договорились, будут в чате письменно. Еще раз спасибо. И я хочу передать следующее слово для следующего доклада. Слово Михайловой Юлии из диагностических препаратов Нижний Новгород с сообщением особенности распространения гепатита Е в различных регионах России. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о распространенности гепатита Е в различных регионах России. Как известно, вирус гепатита Е в основном ответственен за эпидемию острого вирусного гепатита в развивающихся, то есть эндемичных по нему странах. Но до недавнего времени появились сведения о гемотрансфузионной передаче вируса, что, безусловно, ставит вопрос для значимости данной инфекции в службе крови, в том числе и отечественной. В нашей стране статистическое наблюдение за вирусом гепатита Е начато только с 2013 года, когда это заболевание было внесено в перечень заболеваний, подлежащих обязательной регистрации. С тех пор имеются немногочисленные публикации в некоторых регионах России, которые касаются распространенности маркера гепатита Е среди донорской популяции, а также значимости этой инфекции. Для решения данного вопроса нам было проведено масштабное серологическое исследование донорской крови от первичных и кадровых доноров, собранное методом случайной выборки из 10 регионов России за период 2018 по 2019 годы. Все параметры проводимого анализа, а также характеристику обследованного контингента вы можете видеть на слайде. Все обследованные образцы были аттестованы на маркеры классических гемотрансмиссивных инфекций.
Лабораторное исследование включало определение антител класса G и M к вирусу гепатита Е с использованием коммерческих тест-систем производства ОПЛ-диагностические системы Нижний Новгород. Чувствительность и специфичность данных диагностиков уже неоднократно была подтверждена в работах как зарубежных, так и отечественных авторов с использованием коммерческих аналогов AFNS-панелей, содержащих вирус гепатита Е всех четырех генотипов, а также, естественно, стандарта ВОЗ. В результате проведенного нами исследования было показано, что в целом серопревалентность донорской популяции Российской Федерации составила 5,3%. В основном это были антитела класса G, их частота была в полтора раза выше, чем антител класса M, и колебалась в зависимости от региона исследования. Вместе с тем, учитывая, как нам известно, что маркером, лабораторным маркером острой гепатит Е-инфекции является одновременное обнаружение антител класса M и G или и наличие РНК-вируса, то в 16,2% случаев среди всех выявленных нами серопозитивных лиц мы можем предположить возможность скрытого течения именно острого гепатита Е. Преимущественно это молодое и детоспособное население. В целом уровень серопревалентности в Российской Федерации соответствует ряду зарубежных стран, в том числе стран Европы, где этот показатель варьирует от 2 до 7%. И вместе с тем, так же, как и во Франции, например, в Великобритании, есть гиперэндемичные регионы, также и в Российской Федерации у нас показана региональная неравномерность распространения маркера гепатита Е. В частности, антитела класса G наиболее часто нами выявлялись в Ставропольском крае, антитела класса М в Ивановской области. О широком распространении данной инфекции в донорской популяции Ивановской области говорят и статистические данные, где данный показатель за 2018 год превысил единицу, составил 2,6 на 100 тысяч населения. Это значительно и намного больше, чем в целом в других регионах Российской Федерации, конечно, в отношении гепатита Е. Далее нам был проведен кластерный анализ, который позволил выделить два кластера, характеризующиеся различной интенсивностью циркуляции вируса. Первый кластер вошли регионы со средней частотой обнаружения маркеров гепатита Е. Это Екатеринбург, Кызыл, Архангельск, Астрахань, Оренбург, Симферополь, Владивосток и Хабаровск. Во второй кластер вошли Иваново и Ставрополь. Это регионы с высокой частотой обнаружения антител. Кроме того, самостоятельную группировку, как вы можете видеть, внутри первого кластера выделяются еще три региона. Это Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток. Одной из особенностей данного подкластера внутри первого кластера является преимущественное обнаружение антител класса М, то есть ИГМ-компонента, в структуре всех выявленных маркеров гепатита Е в этих регионах и именно среди доноров женщин. Можно предположить, что в данных регионах по этому признаку, как одному из, распространение гепатит Е в донорской популяции получил совсем недавно. Далее нами были изучены особенности распространения антител к вирусу гепатита Е в зависимости от характеристик обследованного контингента. Так не было выявлено особенности распространения в зависимости от гендерной принадлежности обследованных, поэтому было показано, что основную эпидемическую опасность представляют именно первичные доноры. Частота обнаружения антител среди них в два раза превысила данный показатель среди кадровых и составила 9%. И наиболее четко эта закономерность выявлена во втором кластере. Напомню, что это Ставрополь и Иваново, регионы с высокой частотой обнаружения анти-ВГЕ. Что касается возрастной структуры обследованных, то, естественно, антитела чаще всего встречались у лиц более старшего возраста. При этом статистический анализ нам позволил выделить так называемый порог F-35 лет, после которого частота обнаружения антител к вирусу гепатита Е в донорской популяции резко возрастает. Эта закономерность показана на слайде. Исключением стали регионы именно первого подкластера Екатеринбург, Оренбург и Владивосток, где такой закономерности выявлено не было. Это еще одна закономерность, которая говорит в пользу того, что в этих регионах гепатит Е получил совсем недавнее распространение. Кроме того,
Проведенный нами анализ с данными литературы за предыдущие годы позволил в динамике увидеть изменения показателей, изучаемых нами показателей в некоторых регионах России. Так мы сравнивали Республику Тыва, где в два раза возрос показатель по сравнению с 2007 годом по частоте распространенности маркеров гепатита Е, и незначительно, но тоже возрос показатель в Оренбургской области. Чем может быть обусловлены сдвиги в этих показателях? В первую очередь, это регионы, которые являются приграничными территориями Российской Федерации. За последние десятилетия туда значительно увеличился поток мигрантов из республик Средней Азии. И, соответственно, основной причиной миграции является возможность трудоустройства, что и определяет отношение мигрантов в отношении своего здоровья, а также материальную заинтересованность, кроме дачи и каких-либо других льгот. Таким образом, нами было показано, средняя активность эпидемического процесса гепатита Е в донорской популяции, что не может не иметь значения и не представлять интерес для отечественной службы крови. Вместе с тем, при таком распространенности в странах европейского региона уже с 2016 года были введены какие-либо меры по обеспечению безопасности донорской гемотрансфузии. Это либо выборочный, либо универсальный скрининг донорской крови. Учитывая опыт зарубежных стран и полученные нами результаты, можно говорить о том, что необходимо внести в алгоритм скрининга донорской крови тестирование также на маркеры гепатита Е. Естественно, может быть не универсальный скрининг всей донорской крови, а отдельных регионов в зависимости от интенсивности циркуляции вируса, от их географической принадлежности, а также от промышленной направленности территории, поскольку нам известно, что основными источниками инфекции на территории неэндемичных по гепатиту Е являются сельскохозяйственные животные и птицы, то, возможно, циркуляция вируса и его интенсивность циркуляции зависит от развития животноводства в данном конкретном регионе. В пользу этого утверждения могут говорить частота обнаружения антител в Ставропольском крае, где хорошо развито животноводство, преимущественная доля сельского населения с традиционным укладом жизни в Ивановской области, это регионы с наибольшей частотой обнаружения маркеров гепатита Е, по сравнению с Европейской Россией, Западной Сибирью, где большей частью развита промышленная направленность. Авторы выражают благодарность всем главным врачам региональных СПК за помощь в сборе материала для данного исследования. Также особую благодарность хотелось бы выразить докторам и профессорам наук Жибурту Евгению Борисовичу Михаилу Ивановичу за помощь в организации и поддержке данного исследования. У меня все. Благодарю за внимание. Итак, я объявляю следующий доклад. Мне это очень приятно сделать. Это группа исследователей во главе с Галиной Ивановной Лакторцевой, Институт Мечникова, и нашими коллегами из Кыргызстана, доктор Нурматов и еще целый ряд людей. Доклад «Серая эпидемиология гепатита Е в Кыргызстане». Пожалуйста, Галина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я благодарю Михаила Ивановича Михайлова за возможность рассказать о наших работах, выполненных в рамках проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Кыргызской Республики. Еще не могу не выразить огромную благодарность и отдать дань памяти Михаилу Суреновичу Балаяну, без которого этот доклад тоже бы никогда не состоялся, потому что на самой заре наших исследований по гепатиту Е он нас очень поддержал, провел очень большое внимание к нашей работе. А также благодарю Усманова Рафика Каримовича, который очень с большим доверием отнесся к нашему предложению о совместной работе, к нашему сотрудничеству и поддержал проект и его мотивацию на самых ранних этапах его продвижения. Наш проект вошел в перечень 11 пилотных проектов, утвержденных Межгосударственной программой инновационного сотрудничества стран-участников СНГ решениями правительств этих стран. И в самом начале формирования тематики мы пригласили в качестве соисполнителя
НПО «Профилактическая медицина» Минздрава Киргизии, региона, являющегося высокоэндемичным по гепатиту Е, и другим соисполнителем проекта была группа научных учреждений медицинского и ветеринарного профиля Республики Беларусь. И мы благодарим наших иностранных партнеров за согласие участвовать в проекте и совместную результативную работу. Кратко о порядке взаимодействия участников, проект, который сейчас уже завершается, сейчас подписываются акты о его выполнении, клонирование фрагментов вирусного генома, получение рекомбинантных антигенов проводилось в России, изучение диагностической эффективности полученных белков, создание тест-систем на их основе в России и Беларуси, их испытания, апробация на клиническом материале в России, Беларуси и Кыргызстане. И непрерывно в течение всего проекта проводился эпидемиологический и эпизоологический мониторинг по регионам России, Беларуси и Киргизии. И в своем докладе я расскажу о результатах сероэпидемиологических исследований, проведенных в Кыргызстане совместно нашим институтом вакцины сывороток Мечникова и НПО «Профилактическая медицина». Территория Кыргызстана, общеизвестно, относится к гиперэндемичным регионам по гепатиту Е. Однако официальной систематической регистрации заболевания в стране, так же, как и в других странах Центральной Азии, нет. И в связи с этим на картах по заболеваемости вот часто видно такие белые пятна. Анализ официальных отчетных данных показал, что на территории страны многие годы регистрируется высокий уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами. При этом для эпидемиологического процесса характерен циклический подъем заболеваемости каждые 3-4 года. Основной регистрируемой формой, обеспечивающей цикличность подъема заболеваемости, считается гепатит А, несмотря на то, что в осенне-зимний период 1998-1999 года на долю гепатита Е приходилось 36% всех случаев острых вирусных гепатитов, включая случаи микс-инфицирования. В Киргизской республике на базе Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций при НПО «Профилактическая медицина» была организована и внедрена система дозорного эпидемиологического надзора за острыми вирусными гепатитами. По данным этих исследований, доля случаев вирусных гепатитов неизвестной этиологии суммарно до 2014 года составила 15%, и отмечалась ее тенденция к последовательному росту до 18% почти в 2014 году. При этом значение показателей интенсивности заболеваний гепатитами неустановленной этиологии оставалось стабильно высокой на протяжении практически всего времени, за исключением последних лет, что, видимо, было связано с пандемией коронавирусной инфекции, введенной с ней в связи с ней ограничениями и ослабеванием внимания к гепатитам в целом, по-видимому. Официальная статистика показывает относительно спокойное положение по всем регистрируемым гепатитам в течение всего срока многолетних наблюдений, за исключением гепатита А. Из чего можно сделать ошибочный вывод, что практически только этой инфекцией и ограничивается заболеваемость гепатитами в республике. Для понимания истинной картины распространения марков инфицирования вирусным гепатитом Е, мы проанализировали более 6000 образцов сывороток крови здоровых и больных гепатитами людей из разных регионов Кыргызстана в течение всего периода выполнения проекта с 2014 по 2020 годы, включая около 1500 образцов от условно здоровых беременных женщин. Анализ выполнялся с помощью зарегистрированных иммуноферментных тест-систем производства ЗАО «Вектор-Бест» и НПО «Диагностические системы». При этом для определения ИГГ и ИГМ антител к вирусу гепатита Е использовали тест-системы НПО-диагностические системы, в связи с тем, что они признаны одними из лучших в мире по показателям чувствительности и специфичности.
Проведенный нами анализ этиологической структуры острых вирусных гепатитов показал, что реальная картина далека от официальной. Действительно, по результатам проверки образцов сывороток крови больных, собранных в 2016-2017 году, на долю гепатита А в стране приходилось самое большое число лабораторно подтвержденных случаев. А вот гепатит Е, включая случаи микс-инфицирования с другими гепатитами, оказался на втором месте, и его доля составила 32%. Показана также широкая распространенность смешанного инфицирования среди взрослых, что указывает на необходимость обязательного тестирования на больных на маркеры гепатита Е, специфические ИГГ, ИГМ-антитела и вирусную РНК. Мы исследовали распространенность серомаркеров гепатита Е среди здорового населения Кыргызстана, и оказалось, что частота обнаружения антител различается по отдельным регионам. Самая высокая серопревалентность была показана в регионах, граничащих с Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном, то есть в Волжской, Баткенской и Джалалабадской областях. Довольно большое количество серопозитивных лиц в Бишкеке, по-видимому, связано с процессами трудовой миграции, а также более качественной медицинской помощью и в том числе диагностикой в столичном регионе. 67% лиц серопозитивных по ИГМ к вирусу гепатита Е были выявлены среди детей в возрасте от 1 до 5 и от 14 до, от 15 до 19 лет, что, в общем-то, свидетельствует о высокой восприимчивости детей к гепатиту Е в Кыргызстане. Возможность, это связано с тем, что вот особенно у маленьких детей еще до конца не сформирован комплекс гигиенических навыков. А возможно также, поскольку эти исследования проводили среди людей здоровых, условно здоровых, дети могли перенести гепатит в стертой форме, в бессимптомной форме, или он был замаскирован другими гепатитами. В общем-то, вот эти данные, они несколько противоречат с общепринятым представлением об эпидемиологии гепатита Е. С увеличением возраста последовательно увеличивалось и число лиц со специфическими ИГГ-антителами, вероятно, анамнестическими антителами, которые были приобретены в результате перенесенной инфекции во время эпидемического подъема заболеваемости. Среди серопозитивных лиц было по-прежнему практически одинаково и мужчин, и женщин. Вот 32% на такой же круговой диаграмме, которую я показывала раньше, это средняя температура по больнице. То есть это средние результаты, которые показаны по всему Кыргызстану. А вот что мы наблюдали в регионах с высоким уровнем серопревалентности вируса гепатита Е. Здесь уже преобладали энтеральные гепатиты, и удельный вес гепатита Е составил не 32, а 47%. А на гепатит А пришлось несколько меньше, 35%. Причем у 40%, в 40% случаев подтверждения присутствия ИГМ-антител к вирусу гепатита Е были также выявлены маркеры острой инфекции вирусов гепатита А, Б и С. При этом выявляемость ИГМ-антител у больных была стабильно высокой и составляла 66% в Бишкеке, 34% в Джалалабадской области и около 50% в городе Ош и Ошской области. Изучение соотношения частоты обнаружения антител к вирусу в возрастных группах больных показало, что у детей до 14 лет обнаруживается практически исключительно ИГМ-антитела, а выявляемость ИГГ-антител увеличивается с возрастом больных и становится максимальной у людей старше 50 лет. Анализ этиологической структуры острых вирусных гепатитов в регионах с ранее установленным высоким уровнем серопревалентности показал, что энтеральные гепатиты А и Е составляют 83% лабораторно верифицированных случаев. При этом доля гепатита А снижается с возрастом,
Это вот синие столбцы на этой диаграмме. А доля гепатита Е остается неизменно высокой. Это желтенькие столбики. Гепатит Е особенно тяжело протекает у беременных женщин. И летальность, которая может достигать 40%, позволяет отнести его к особо опасным инфекциям для беременных. Мы проанализировали сыворотки крови беременных из города Ош и Ошской области. Почти 1500 образцов. И у беременных женщин специфические ГДЖ-антитела выявлялись в зависимости от их возраста с частотой от 2% до 28%. А ИГМ-антитела примерно стабильно с частотой от 4 до 5% у всех возрастных групп. Причем ИГДЖ-антитела присутствовали чаще у женщин старше 30 лет, а ИГМ обнаруживались практически вот одинаково у всех возрастных групп. Изучена сезонная динамика сероповалентности вируса у беременных с февраля по сентябрь 2012 года. Причем заметных тенденций к изменению коэффициента позитивности по ИГДЖ-антителам не выявлено. Однако отмечено увеличение коэффициента позитивности ИГМ-положительных образцов, собранных в феврале, августе и сентябре 2019 года, что согласуется с характерной для гепатита Е тенденцией повышения заболеваемости в осенне-зимний период. Доля образцов, содержащих антитела с высокими значениями коэффициента позитивности среди больных ОВГ, ожидаемо был значительно выше, чем этот показатель у здоровых беременных женщин, что, собственно, согласуется с клиническим статусом обследуемых групп. На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы. Получены данные о непрекращающейся циркуляции вируса гепатита Е в Кыргызстане, доли серопозитивных по антителам к вирусу лиц в обследованных когортах соответствовала показателям, прогнозируемым для высокоэндемичных регионов в межэпидемический период. Показан высокий риск инфицирования беременных. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки инфективной стратегии проведения мероприятий по контролю и предотвращению гепатита Е в целом и особенно у беременных в регионах Центральной Азии. Широкая распространенность гепатита Е в структуре острых вирусных гепатитов требует модификации существующей системы комплексной диагностики и этиологии острых вирусных гепатитов с включением определения серологических и молекулярно-генетических маркеров гепатита Е, особенно у детей и подростков. Благодарю участников работы, научного руководителя проекта Зверева Виталия Васильевича, нашего идеолога основного и вдохновителя проведенных исследований, который оказывал просто неоценимые консультации, не жалея своего времени, с большим оптимизмом поддерживал наш проект на всех этапах его просто вот выполнения и зарождения, Михаила Ивановича Михайлова, Малинникову Елену Юрьевну и Карен Кареновича Курегяна, которые помогали разработать план проведения сероэпидемиологических исследований, нашим киргизским коллегам, директору Института профилактической медицины Касымову Амуру Тельгеновичу и руководителю Республиканского центра по контролю вирусных инфекций Нурматову Зарудину Шариповичу, которые организовывали и проводили сероэпидемиологические экспедиции в высокоэндемичные регионы Кыргызстана. А также благодарю всех врачей-инфекционистов, научных сотрудников нашего института, Института профилактической медицины, за сбор, анализ образцов, проведение исследований и исчерпывающих анализ. Благодарю за внимание. Спасибо, Галина Ивановна, спасибо большое за добрые слова, самое главное за те результаты, которые вы представили. Конечно, это очень перспективная работа, я не сомневаюсь, что она будет продолжаться. Теперь нужны хорошие публикации и дальше расширять исследования с нашими киргизскими друзьями, потому что регион чрезвычайно интересен. Спасибо большое. Еще раз вопросы, которые будут, вам по чату тогда передадут, и мы просим вас на них ответить. Спасибо большое.
И теперь я объявляю следующий доклад, который звучит как «Сфера эпидемиологии вирусного гепатита Е во Вьетнаме». Делает доктор личное, Санкт-Петербург. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь принять участие в конференции и представить вам результаты исследования нашей российско-вьетнамской группы. Сегодня гепатит Е можно встретить повсеместно, однако в развивающихся странах мира он по-прежнему является актуальной проблемой и вносит свой вклад в причины смертности от вирусных гепатитов. Наше исследование было проведено на территории Вьетнама, который относится к эндемичным по распространенности гепатита и территориям Юго-Восточной Азии. Однако данные о распространенности ВГИ-инфекции среди населения Вьетнама, особенно сельских жителей, весьма ограничены. В англоязычных источниках опубликованы результаты исследований по оценке распространенности ВГИ среди различных групп населения. Так, в одном исследовании группа авторов установила, что среди здоровых жителей частота встречаемости антител к вирусу гепатита И класса IgG составила 31%, в то время как у пациентов с хроническим вирусным гепатитом она достигала 45%. При этом наибольшая частота выявления анти-ВГЕ антител к вирусу гепатита И наблюдалась именно у пациентов с хроническим гепатитом и циррозом печени, что свидетельствовало о кумулятивном вкладе вирусных гепатитов в прогрессирование заболеваний печени. Спустя несколько лет на этой же территории было проведено дополнительное исследование, в котором были включены люди, контактирующие в силу своей профессиональной деятельности с мясом свиней. Зарегистрирована наиболее высокая частота распространенности, у людей, контактирующих непосредственно с мясом, это продавцы и персонал скотобоин. В то время как у фермеров выявление антител к вирусу гепатита Е было на уровне 51%. В то же время среди здоровых жителей этого региона встречаемость антител к вирусу гепатита Е составила 31%. В другом исследовании, не менее интересном, были исследованы образцы плазмы крови, полученные от фермеров и членов их семей, ветеринаров, животноводов и рабочих скотобоин различных хозяйств, проживающих в южной провинции Вьетнама. В совокупности было выявлено только 16% положительных лиц. В то же время в этом исследовании частота встречаемости антител к вирусу гепатита И среди пациентов центрального госпиталя составила 31%, что указывало на высокую распространенность инфекции в данном регионе. В силу своей большой протяженности с севера на юг, провинция Вьетнама отличается не только по климатическим, но и социально-экономическим условиям, что в совокупности сказывается как на распространенности инфекционных заболеваний, так и на доступности лабораторной диагностики и квалифицированной медицинской помощи для населения. Цель нашего исследования заключалась в проведении кросс-секционного исследования по оценке распространенности серологических маркеров вируса гепатита Е среди коренных жителей провинции Вьетнама. Наше исследование было проведено в провинции Хазан, которая располагается в горной части севера Вьетнама на границе с Китаем. Относится к одной из самых малонаселенных провинций, но при этом отличается большой многонациональностью. Она является достаточно бедной провинцией, отличается плохо развитой инфраструктурой, но несмотря на все это и тяжелые природно-климатические условия, основу экономики составляет сельское хозяйство, которое наряду с традициями народов, малых народов, обуславливает их образ жизни. В 2019 году
во Вьетнаме была проведена очередная перепись населения, согласно которой в Хазанге насчитывается 43 этнические группы, признанные правительством Вьетнама. Каждая минорная национальность сохранила свою самобытность, язык и традиции. При этом, несмотря на то, что преобладающей для всей страны является национальность вьетнамцы, на данной территории они составляют не больше 15% от численности населения провинции. Доминирующее большинство в данном регионе оказываются этнические меньшинства. Сельское население преобладает над городским. Провинция в административном отношении делится на один город Хазанг и 10 округов. В одном из таких округов Дананг было проведено наше исследование в ходе двух экспедиций в 2019 году. Нами были собраны образцы крови от коренных сельских жителей в возрасте от 18 до 83 лет. Исследование превалировало, количество женщин превалировало над числом представителей мужского пола. Это связано с тем, что на момент сбора биологического материала большая часть мужского населения была занята сельскохозяйственными работами. В исследование были включены жители всех возрастов, и численное распределение по возрастным группам было приблизительно равным. Обследованные сельские жители округа имели сходный социальный статус, консервативный образ жизни и трудовой деятельности. В зависимости от профессиональной принадлежности деятельности они были разделены на три группы. Это фермеры, медработники и прочие. В группу прочие входили полицейские, учителя, сотрудники офисов, домохозяйки. Учитывая высокий удельный вес сельского населения, основную часть обследованных составили фермеры. В нашей работе большая часть участников исследований этого округа принадлежала этнической группе хмонги. Стоит отметить, что эта группа исторически преобладает на данной территории. И помимо нее были представители других мажорных этнических групп. Это тай, джай и нунг. В то же время, обратите внимание, что национальный кын, это и есть национальность вьетнамца, она была представлена около 2% в нашем исследовании. Также в исследование были включены случайным образом национальные меньшинства, которые являлись малочисленными, представители редких сокращающихся этнических групп с численностью менее 1000 человек. Учитывая основная доля населения вовлечена в сельское хозяйство, основу которого по-прежнему является растениеводство, выращивание риса и других культур. Наряду с этим традиции по-прежнему определяют особенности уклада жизни отдельных этнических меньшинств, проживающих на этих территориях. Это отражается не только на ведении хозяйства, включая разведение животных и птиц, но и социально-географическую изоляцию отдельных этнических групп. Здесь вы можете видеть типичные дома сельских жителей, которые сохраняют свой уклад, и это проявляется не только в местах их проживания. Здесь стоит отметить, что домашний скот, как правило, проживает в постройках рядом с домом, рядом же находятся рисовые поля, санитарные условия достаточно специфичные, о канализации тут даже не может идти речи, и централизованной воды тоже нет. Поэтому национальные меньшинства, они максимально сохраняют свою самобытность и свой быт. Несмотря на убегающуюся глобализацию и темпы интеграции страны в мировое сообщество,
рост экономики страны в целом растет, и отдельных регионов тоже, но уровень этнических меньшинств, он по-прежнему не соотносится с уровнем жизни основного населения. Однако стоит отметить, что в последнее время последнее поколение получает образование, начинает посещать школу и получает среднеспецифическое образование. Хочу обратить внимание, на слайде есть две фотографии, это два помещения. В данном случае это бывшие больницы, в которых на данный момент организована помощь населению. В рамках данного учреждения оказывается медицинская первичная помощь, введение неосложненной беременности и родов, вакцинирование населения. В основном же в других местах медицинская помощь населению оказывается по принципу фельдшерских пунктов. В нашем исследовании антитела класса IgG к вирусу гепатита Е были выявлены в моноварианте у 449 участников исследования. Одновременное выявление наличия антител класса IgM и IgG были выявлены у 83 человек. Антитела к вирусу гепатита Е определяли с помощью тест-систем по диагностические тест-системы, диагностические системы в соответствии с инструкцией производителя. Несмотря на то, что соотношение... Частота выявления в разных возрастных группах была практически была высокой с тенденцией к увеличению с возрастом доли лиц. Тут я напутала немного со слайдами. Простите, пожалуйста. Частота выявления, несмотря на то, что соотношение мужчин и женщин не было равным по нашему исследованию, достоверных различий в выявлении антител в зависимости от пола не было установлено. Среди представителей различных профессиональных групп также отмечается высокий уровень выявления антител независимо от профессиональной принадлежности. Дополнительно образцы, полученные от анти-ВГЕ позитивных лиц, были протестированы на наличие серологических маркеров гепатита В и С. Высокая частота встречаемости маркеров гепатита В среди такой консервативной группы населения свидетельствует об активности распространения инфекции среди взрослого населения, недостаточной эффективности профилактических и противоэтнических мероприятий. Что касается вакцинации как ведущего профилактического мероприятия, то на местах идется активное продвижение сотрудниками медицинских пунктов важности вакцинации для предотвращения распространения вирусного гепатита В и постепенное наращивание вакцинированных лиц, в основном детей. Очевидно, что высокая вовлеченность в эпидемический процесс лиц молодого возраста указывает на активность процесса в данном регионе. В то же время уровень антител гепатита С не расходится с литературными данными и остается на достаточно низком уровне. В заключение я бы хотела отметить, что полученные данные демонстрируют высокую активность эпидемического процесса гепатита Е среди коренных сельских жителей провинции Хазанг, принадлежащих к минорным этническим группам. Особенности образа жизни представленных этнических меньшинств способствуют их постоянному контакту с природными потенциальными источниками ВГЕ инфекции, в том числе разнообразными дикими домашними животными, что успешно поддерживает распространение ВГЕ инфекции в регионе и вовлечение в эпидемический процесс всех возрастных групп населения. Необходима разработка и внедрение мероприятий, направленных на профилактику и мониторинг ВГЕ инфекции в эндемичных районах страны с целью снижения и распространения ВГЕ инфекции не только в стране, но и за ее пределами. Спасибо большое. Благодарю за внимание. Спасибо большое за очень интересное выступление. Это очень важно, знать информацию, в том числе и в Социалистической Республике Вьетнам.
Итак, я объявляю предпоследний доклад нашего сегодняшнего заседания. Это доклад Сергея Иннокентьевича Семенова «Северные домашние олени как источник вируса гепатита Е в республике Саха-Якутия». Это очень важный доклад, потому что когда вот сегодня выступал доктор Менг, он сказал, что ореол распространения вируса гепатита Е, он окончательно неизвестен, и источники вируса гепатита Е тоже неизвестны, поэтому мы с большим интересом выслушаем ваш доклад о северных оленях и выявлении у них вируса гепатита Е или маркеров, которые свидетельствуют о их циркуляции. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, разрешите ознакомить вас с исследованиями гепатита Е у оленей и у оленеводов в Якутии с целью ответа на один вопрос. Могут ли быть источниками инфекции гепатита Е северные домашние олени? В настоящее время известны 8 генотипов вируса гепатита Е, и в зависимости от источника инфекции данное заболевание может быть занозной инфекцией, то есть передаваться не только от больного человека, но и от инфицированного домашнего или дикого животного. Циркуляция каких генотипов возможна в Якутии? Как показано вот на слайде, это могут быть первый и второй генотипы вируса Е, так как они передаются от больного человека. И третий генотип, которым можно заразиться от крупного рогатого скота, от свиней, кроликов, грызунов и, наконец, от оленей, о которых в дальнейшем будет идти речь. Другие генотипы, пятый и шестой, вряд ли, так как кабаны в Якутии не водятся и совсем не может быть седьмого и восьмого генотипов, так как источником инфекции являются верблюды одногорбные или двугорбные, которые в Якутии не могут быть в связи с экстремальностью условий Крайнего Севера. Имеется весьма скудная информация о гепатите Е у северян, которые имеют контакт с оленями. Антитела на вирус гепатита Е были выявлены у канадских инуитов и у коренных народов Аляски. Зараженных через продукты питания, мясо и печень оленей. У самих северных оленей рангиферин тарандус были выявлены антитела на вирус Е, но сам вирус обнаружен не был. У нас в России источником инфекции могут быть домашние олени. В настоящее время при отсутствии колхозов и совхозов, которые ранее заготавливали мясо дикого оленя в промышленных масштабах, в настоящее время на диких оленей охотятся редко, и то только небольшие группы местных коренных жителей. По данным специалистов сельского хозяйства, в России единственной стране, где утверждены 4 породы домашних северных оленей. На территории Мурманской, Архангельской, Тюменской областей, Республики Коми и Таймырского автономного округа разводят ненискую породу северных оленей. В Якутии разводят эвенскую, эвенкийскую и чукотскую породы. Внешне они для нас ничем не отличаются, но специалисты классифицируют их по породам. Они нас интересуют только как источник инфекции не только вирусного гепатита Е, но и других инфекций. Например, в 1999 году нами в Якутии в крови у оленевода была выделена рангифер бруцелла. Причем в клинике бруцеллеза у больного не было, но были очень высокие титры антител при РПГА и был произведен посев крови. Okay.
показано, в данном слайде показана обширная территория Якутии на карте Российской Федерации и места обитания домашних оленей, откуда были собраны образцы. На севере-западе республики получены образцы эвенских пород оленей и у оленеводов, а с восточной части Якутии эвенкийской породы. Чукотская порода обитает в северо-восточной части республики и в самой Чукотке, до которых не было никакой транспортной, но и финансовой возможности добраться. Всего собрано 231 образец из разного возраста у оленей и 86 образцов у оленеводов. Контрольную группу составили 519 человек, жители города Якутска, которые не имели контакта с оленями и не употребляли в пищу мясо оленину. На данном слайде показано, что в госдокладе Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за 2020 год впервые отражены сведения об удельном весе острого вирусного гепатита Е впереди всех этиологических форм острых вирусных гепатитов. При этом удельный вес острого гепатита Е составил 3,8%, и удельный вес острого вирусного гепатита В был таким же. На данном слайде сгруппированы результаты исследований населения районов в зависимости от видов хозяйствования. В красных столбиках, куда идут стрелки от оленей, это показатели населения арктических районов, где разводят исключительно только оленей. Для разведения других домашних животных нет соответствующих условий. Стрелки от коровы с теленком указывают на показатели инфицированности населения центральных районов республики, где есть все условия для разведения крупного рогатого скота. В среднем по республике, это желтые столбы, да, антитела на вирус гепатита Е обнаруживаются у почти 17% из общего числа обследованных. В основном показатели высокие. В оленеводческих районах эти показатели доходят до 18% из числа исследованных, в скотоводческих до 20%. Случаев, а также мы обнаружили очень высокие показатели у сотрудников инвалидов до 22%. А вот у жителей города Якутска появляемость антител на вирус гепатита Е и ГЖ очень низкая, 3,6% из числа всех обследованных. По данным канадских исследователей, у оленей свободного выпаса антитела вируса гепатита Е обнаруживается всего лишь у 3,2% обследованных. А у наших оленей от 11 до 17% случаев, в среднем где-то около 14-15% случаев появляемости антихепатита. При этом, чем старше олени, тем чаще они инфицированы. У оленей старше 3 лет чаще появлялись антитела на вирус гепатита Е до 18%, у олененков до года 8,3%. Впереди оленей 2-летнего возраста уже чаще выявляется почти в 17% случаев. Причем у 3-летних низкие показатели инфицированности вирусом
можно объяснить тем, что данные о категории животных по численности мало, так как чаще употребляются в пищу и их шкуры более востребованы. Оставляются только здоровые, способные привести плод особи. По половым признакам, это зеленые столбики, по половым признакам инфицированность у самок выше, чем у самцов. 13,8% против 9,2%. Вот на этом слайде наглядно показывает, что оленеводы более чем в два раза чаще инфицируются вирусом гепатита Е, нежели жители городов, которые не имели контакта с оленями и не употребляли в пищу мясо оленей оленину. Оленеводы старше 50 лет инфицированы 13,8% из числа обследованных, а у молодых оленеводов до 50 лет стоит ноль, так как в то время, когда мы ездили на эти оленеводческие стада, молодых оленеводов почти не было. А вот у жителей города Якутска, которые не имеют прямого контакта с оленями и употребляют в пищу мясо оленей, у них низкие показатели до 6,6% из числа обследованных. И исходя из вышепоказанного, мы сделали следующие выводы. Обнаружение среди населения республики антифер и ВИДЖИ несомненно свидетельствует о распространенности вирусного гепатита Е в регионе. Распространенность антихеф у северных оленей до 18% случаев. И также очень высокие показатели у оленеводов до 13,8%. Данные, наблюдаемые в общей популяции, позволяют предположить, что северный олень может быть истинным резервуаром ХЕФ-инфекции. Тем не менее, низкая распространенность серотипов у оленеводов указывает на низкий риск зоонозной ХЕФ-инфекции. Хочу выразить огромную благодарность за оказанную мне помощь в лабораторных исследованиях и за оказание всесторонней методической консультативной помощи в выполнении научных исследований сотрудников лаборатории вирусных гепатитов НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Карену Киритян, Михаилу Михайлову, Ольге Слупиновой, Анастасии Карлсу, Илье Путемкину и Вере Печатова. А также выражаю глубокую признательность за постоянную помощь в сборе материалов сотрудникам Арктического государственного агротехнологического университета города Якутска Константину Степанову и Татьяне Румянковой. Работа проведена при участии сотрудников Северо-Восточного федерального университета, медицинского института и научно-исследовательского центра медицинского института. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Сергей Анатольевич, за очень интересное выступление. Вы знаете, она показывает необходимость дальнейших исследований, я не сомневаюсь, которые вы будете делать здесь. В общем-то, очень любопытно, почему такое распределение и как циркулирует ее значение вируса гепатита Е. Может быть, и какие-то новые варианты, вы об этом говорили. Спасибо вам огромное за это выступление. Я надеюсь на дальнейшую совместную работу с вами. Спасибо большое. И подошло время нашего заключительного доклада. Я хочу предоставить Догадову
Дмитрию Игоревичу с докладом «Спонтанный экспериментальный гепатит Е низших обезьян Старого Света». Мы давно дружим с институтом приматологии и с его бывшим руководителем, который, к сожалению, от нас ушел, Лапиным. Я не могу не вспомнить руководителя Дмитрия Игоревича Корзую, доктора, профессора, которая, к сожалению, ушла в результате пандемии от коронавирусной инфекции. И хочу сказать, чтобы это было все-таки на позитивной ноте, что вот Дмитрий Игоревич совсем недавно блестяще защитил кандидатскую диссертацию, и я думаю, что мы сейчас должны с вами получить удовольствие от информации, которую нам предоставят. Пожалуйста. Большое спасибо, Михаил Иванович, за представление. Мне хочется прежде всего поблагодарить организаторов за возможность выступить с докладом, который будет посвящен спонтанному экспериментальному гепатиту Е низших обезьян Старого Света. Нужно сказать, что энтеральные вирусные гепатиты представляют собой актуальную и важную проблему инфекционной патологии, нанося огромный ущерб экономике и здоровью многих стран мира. Возбудителями энтеральных вирусных гепатитов на сегодняшний день являются вирус гепатита А и вирус гепатита Е. Что касается вируса гепатита Е, то это высококонтагиозная инфекция, которая встречается в тропических и субтропических странах мира, как в качестве эпидемии, так и спорадически среди людей и животными. И основное отличие вируса гепатита Е от основных вирусных гепатитов заключается в том, что только вирусный гепатит Е может быть зоонозом и приводить высокую смертность среди женщин. А на сегодняшний день выделено 8 генотипов вируса гепатита Е. Как видно на слайде, первый и второй генотип были выделены только от людей. Третий и четвертый от людей и животных. А пятый, шестой, седьмой и восьмой генотипы были выделены только от животных. Нужно сказать, что основная опасность заключается в том, что для третьего, четвертого, седьмого и восьмого генотипов доказана зоонозная передача вируса человека через зараженную кровь, мясо и молоко. Что касается обезьян, то, как видно на слайде, основные исследования были проведены на обезьянах, и, соответственно, антитела к вирусу гепатита Е были выделены только среди обезьян рода макак. В основном это были макаки резусы, макаки яванские, японские макаки, а также единичные исследования были проведены среди макак-лапундров и индийских макак. А что касается нашего института медицинской приматологии, то мы с 1999 года ведем мониторинг за этой инфекцией, и, как видно на слайде, антитела к вирусу гепатита Е были также обнаружены среди обезьян рода макак. Что касается выделения нуклеотидных последовательностей, то на сегодняшний день существует две публикации о выделении вируса гепатита Е от обезьян. Это публикация 2009 года, где был выделен вирусный гепатит от японской макаки, причем выделялся он в течение нескольких лет. И когда, значит, сделали секвенирование этих образцов, оказалось, что они идентичны и были идентичны даже с последовательностью, выделенной из крови, и принадлежали к третьему генотипу вируса гепатита Е. И вторая публикация – это публикация 2019 года, в которой описывается выделение четвертого генотипа вируса гепатита Е среди макак резусов. Надо сказать, что были выделены последовательность из фекалий, и принадлежали они, я думаю, видно мой курсор, наверное, к субгенотипу 4H. Довольно были близки с последовательностями людей, коров и коз, которые были выделены в этом регионе. И очень интересный случай был выделен от обезьяны макак резус из крови. Эта последовательность относилась к субгенотипу 4B. И которая была, полное секвенирование которой показало схожесть с штаммами, которые находились рядом на филогенетическом вире, где-то 87-94%, что позволяет говорить об уникальности этого штамма. Но на самом деле приматные модели к вирусу гепатита используются давно и имеют важное значение для инфекционной патологии. И в основном
По литературным данным являются основными моделями это макаки резус и макаки яванские, а в нашей стране также моделирование проводилось на тамаринах и мармазетах. Моделирование вирусных гепатитов, в том числе и гепатита Е, имеет огромное значение, так как помогает определить механизм хронизации, инфекционную патологию, локализацию вируса, а кроме того, механизм персистенции, а также испытания вакцин и новых фармакологических препаратов. И вот такое моделирование впервые было проведено в 90-х годах, когда заражали штаммами, выделенными у человека макак яванских, у животных развивался гепатит с виремией, с повышением АЛТ, АСТ, а также выделением вируса. Также в связи с тем, что вирус гепатита Е вызывает высокую смертность среди беременных женщин, Царевым с автором была проведена работа, в которой они заражали беременных самок макак резусов штаммом, выделенным от погибшей от гепатита Е беременной женщины. Однако течение инфекции не показало отличий беременных самок от других животных при этой инфекции. В нашей стране моделирование вирусного гепатита было проведено Карен Кереновичем Кривяным соавтором в Институте полиомиелита вирусных энцефалитов имени Чумакова. Была разработана модель вируса гепатита Е обыкновенных мармазет. Были выявлены длительность клинические и вирусологические характеристики инфекции у этих животных. С целью установить резервуар вируса гепатита Е, несколькими авторами было проведено заражение макак резусов изолятами, выделенными от крыс, птиц и свиней. И вирусный гепатит развивался у обезьян только при заражении изолятами, выделенными от свиней, что лишний раз доказывает то, что свиньи являются резервуаром вирусного гепатита Е для человека. Ну а теперь позвольте познакомить вас с данными, которые мы получили совсем недавно в нашем институте приматологии. И, как видно на слайде, частота обнаружения серологических и молекулярно-генетических маркеров вируса гепатита Е в нашем приматологическом центре были выделены только от обезьян рода макак. При этом среди макак-резусов антитела класса G выявлялись достоверно чаще по сравнению с макаками яванскими, а показатели острой инфекции, это IgM-антитела, РНК-ВГ, достоверно ниже по сравнению с IgG-антителами. Важной задачей было определение серологических и молекулярно-генетических маркеров вируса гепатита УЕ у импортированных животных, так как этот импорт в наш институт долгое время не проводился, и только с 2014 года к нам стали поступать животные из различных регионов мира для различного вида исследований. И, как видно на слайде, антитела к вирусу гепатита Е и РНК-ВГЕ были выделены только среди макак яванских, импортированных из Вьетнама. А среди зеленых мартышек, а также среди макак яванских из Маврикия, нужно подчеркнуть, что это были СПФ-животные, а маркеры вируса гепатита Е обнаружены не были. А эти животные поступали к нам из Вьетнама в течение 4 лет 6 группами, и маркеры вируса гепатита Е были обнаружены в 5 из 6 группах, а антитела класса G выявлялись с различным процентом, в различных процентах от 45 до 68,5%, а антитела класса M выявлялись достоверно ниже. И только в группе макак яванских, поступивших в мае 2017 года, этот показатель составил 43,2%. Очень важным является выделение РНК вируса гепатита Е у этих животных. Мы выделили их в двух группах, поступивших в мае и августе 2017 года. И филогенетический анализ этих последовательностей показал, что последовательности этих вируса относятся к четвертому генотипу и были близки с штаммами, выделенными из Китая, Вьетнама и Камбоджи. Идентичное группирование этих последовательностей мы получили как по открытой рамке считывания 2, так и по открытой рамке считывания 1. А все последовательности, выделенные нами, были
задепонированы в базе данных GenBank. Значит, по нашей информации, это первый случай выделения вируса гепатита Е среди макак яванских. Кроме того, все автохтонные случаи вируса гепатита Е в России относятся к третьему генотипу, а единственный случай завоза четвертого генотипа был зафиксирован в 2012 году с пациентом из Корсики. Для того, чтобы выяснить резервуар инфекции, а также понять, была ли эта инфекция распространена от какого-то одного источника инфекции, человека либо свиней, мы провели филодинамический анализ, результаты которого указывают на возраст в узле, соответствующий последовательностям, выделенным от макак яванских, 5,2 лет, что свидетельствует о том, что эта инфекция не была распространена от какого-то одного источника инфекции, людей, свиней, а скорее о том, что вирус циркулирует в среди животных во Вьетнаме уже в течение нескольких лет. А дальнейшим целью наших исследований было экспериментальное воспроизведение этой инфекции на макаках яванских уже непосредственно рожденных в нашем приматологическом центре. И в задачи исследования входило сравнение парентерального и перорального заражения этих животных. И мы использовали пул фекальных образцов, взятых от макак яванских из Вьетнама, и заражали парентерально 2 мл двух животных и парентерально 6 мл еще двух животных. А контрольные животному вводили 2 мл физраствора внутривенно. Задача нашего эксперимента входила в сбор фекалий, как до эксперимента, так и на протяжении 17 недель эксперимента далее, для того, чтобы определять РНК вируса гепатита Е. Еженедельно мы проводили сбор крови, также для определения РНК вируса гепатита Е, антител класса G, класса M, общего анализа крови, а также биохимического анализа крови. В частности, мы исследовали АЛТ, АСТ, лактат-дегидрогеназу, билирубин и щелочную фосфатазу. Кроме того, на первую неделю ежедневно мы проводили измерение температуры, а далее мы проводили ее еженедельно, и еженедельно также мы проводили контроль веса животных. Как видно на слайде, среди парентерально зараженных животных виремия началась уже на первой неделе, как в крови, так и в фекальных образцах. В крови она продолжалась в течение 8 недель, а в фекалиях в течение 12 недель. Также мы, значит, у обоих животных наблюдался выраженный подъем уровня АЛТ и АСТ, и пик их пришел на неделю после исчезновения РНК в крови. Что касается общего анализа крови, то здесь мы зафиксировали выраженный подъем лимфоцитов, пик которого приходился также на неделю позже, после исчезновения РНК из крови, а также резкий спад как у одного, так и у второго животного после исчезновения РНК в фекалиях уже до начальных значений. Что касается антител, то у обоих животных на четвертой неделе мы выделили IgM и IgG антитела. IgM антитела у животного 45-380 продолжались выделяться в течение 4 недель, тогда как у животного 45-377 в течение 8 недель. Нужно сказать, что на протяжении всего эксперимента, как до, так и на протяжении 17 недель, мы не зафиксировали выраженного подъема температуры, а также вес животных был относительно стабильным. Что касается животных, зараженных перорально, то, как видно на слайде, РНК в фекалиях наблюдалось со второй недели заражения, тогда как в крови РНК вируса мы не наблюдали. Кроме того, мы не зафиксировали выраженного подъема биохимических показателей, и также общий анализ крови у этих животных был нормальным. Что касается антител, то IgM антитела как у животного 45-628, как и у животных, зараженных парентерально, мы на четвертый день определили IgM и IgG антитела. А вот у животного 45-072
вирус выделялся также со второй недели в течение двух недель, однако IgM-антител мы не выделили, а вот только на 10-й неделе мы начали определяться антитела класса G. Надо сказать, что среди и парентерально, и перорально зараженных животных где билирубин, нещелочная фосфатаза, нейлотак-дегидрогеназа, мы не наблюдали выраженного подъема среди этих показателей. Только среди парентерально зараженных животных мы выявляли выраженный подъем АЛТ и АСТ, что лишний раз говорит о том, что парентеральное заражение вирусом гепатита Е у макаковианских протекало с более выраженными изменениями биохимических и гематологических показателей, а также более долгой виремией, как в крови, так и в фекальных образцах. А что касается контрольного животного, то в процессе эксперимента он перешел из статуса контрольного в статус контактного, так как это животное имело общий источник воды с остальными животными, и на второй неделе начали выделяться уже РНК фекалия, которые выделялись в течение 4 недель. В крови мы РНК в ИГЕ не обнаруживали, также и не обнаруживали IgM-антител, как и у обезьяны 45-82, которая была заражена перорально. А вот IgG-антитела были обнаружены на 6 неделе. Надо сказать, что среди биохимических показателей и общего анализа крови мы не наблюдали выраженных подъемов, а также температура и вес животных был относительно стабильным. Надо сказать, что серологические и результаты серологического исследования свидетельствуют о широкой распространенности ВГЕ среди обезьян, содержащихся в Адлерском приматологическом центре. Также установлена возможность завоза новых штаммов этих вирусов с импортированными животными. Описан случай завоза вируса гепатита Е4, 4-го генотипа с импортированными из Вьетнама макаками яванскими. Результаты филогенетического анализа с временной шкалой вместе с эпидемиологическими данными указывают на стабильную циркуляцию вируса гепатита Е 4-го генотипа среди макак яванских во Вьетнаме в течение уже нескольких лет, а то и свидетельствует о том, что данный вид животных может являться резервуаром ВГЕ данного генотипа. Кроме того, проведенные экспериментальные исследования по заражению обезьян вируса гепатита Е позволили определить оптимальный способ инфицирования, а также длительность клинических, вирусологических и гематологических характеристик вируса гепатита Е 4-го генотипа у макак яванских. У меня все, благодарю за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Игоревич, за столь интересный доклад. И действительно, вы знаете, с одной стороны мы что-то знаем, а с другой стороны, как эти обезьянки, не знаем, но всем скажем. И найдем, и расскажем, и познаем это все. Спасибо огромнейшее.